Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Прокруст. Прокруст – легендарный аттический разбойник. И мир ложа, в которое он укладывал свои жертвы. Если их рост был меньше длины кровати, он их растягивал, а если наоборот – превышал длину кровати, то обрубал лишнее. Его таким же образом убил Тесей. Выражение «прокрустово ложа» означает жесткие требования, подавляющие индивидуальные различия. Из Википедии. Тесей уложил его на собственное ложе так, чтобы на ложе оставалась только голова, и отрубил ее. От рук Тесея пал и сын Прокруста, Синис, который также помышлял грабежами и перенял от отца садистские наклонности. По некоторым данным, его настоящее имя – Полипемон, причиняющий множество страданий или вредоносный. Вот так вкратце о Прокрусте. Прокруст – легендарный аттический разбойник. Пока-пока, до свидания.